Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Всем привет! Сегодня получил посылочку с наушниками. Наушники заказывал уже давно, очень сильно их ждал. И пришли наконец-то. Марка Sony. Модель, значит, наушников MDR-Q140. Кстати, очень хорошие наушники, громкие. Просто чума. Вот, я сначала подумал, что они как бы тихо играли, а потом я додумался, что у меня, оказывается, в телефоне стоит низкий уровень звука именно в программном меню. Вот, ну и оказалось, наушники классные. Я подумал, что на компьютере играют действительно очень громко. Классный, качественный звук. Не шипят, не репят. Бас очень хороший. И они имеют такую... Они белого цвета пришли, есть еще черные. Вот эти пришли белые, и у них такая какая-то бархатистая поверхность. Вот тут мягкая блуда, ушко двигается, так регулируется. Еще здесь, не знаю, это плюс или не плюс, или как там. Здесь такие, если видно, вон, вот, провод обтянут нейлоном. Такое мелкое плетение. И мне это кажется, из-за этого провод он жестче, поэтому порвать его труднее. Так что думаю, это плюс для наушников, потому что наушники обычно, как обычно у всех, умирают очень быстро. Тут думаю, надеюсь, что эти проживут подольше. Ну так, хорошие наушники, в целом я доволен. И стоят они недорого, порядка 150 гривен. Вот, и качество, на эти деньги качество отличное, поэтому, если будете заказывать, заказывайте, не стесняйтесь и не волнуйтесь, качество отличное. Вот такие вот наушнички к нам пришли. Всем спасибо, меня зовут Ткаченко Сергей, это канал GadgetX. Все, всем пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.